Остров Ноя. Кажется, наша судьба изменилась к лучшему. Мы вновь движемся на юг, а патруль грифов установил контакт со своими бразильскими сородичами. Многие несчастные существа в этих бескрайних землях нуждаются в нашей помощи. Но в настоящий момент мы находимся слишком далеко в океане. Чтобы приблизиться к берегу, нужен хороший сильный ветер. Мы не хотим использовать огненный шар, так как уровень лавы вновь понизился. Это все из-за Рега. Его безответственность стала причиной того, что нас чуть навсегда не прибило к берегу по соседству с людьми. А это очень опасно. К счастью, нам удалось улизнуть. Но энергию огненного шара мы теперь вынуждены экономить. В последнее время на острове возникли новые проблемы. Они были порождены поведением некоторых новичков. Саша терпит кораблекрушение. На нашем острове главное осознать, что ты живешь не один. Если мы научимся думать сначала о других, а лишь потом о себе, то... Мне обязательно слушать болтовню этого медведя. Вам здесь понравится. Активнее, обезьянья морда, активнее. Вы могли бы работать в лазарете, помогать в Умере. Если есть существо, с которым я не буду иметь дело никогда и ни при каких обстоятельствах, то это кенгуру. Стоял казак, высокий, на высоком берегу. Пускай я маленький, но я песни петь могу. Уберите отсюда эту крысу! Слышите? Гадость, гадость! Что сказала бы моя хозяйка, если бы узнала, что я была в обществе такого мерзкого существа? Она была бы оскорблена. Прошу прощения, что внушаю вам отвращение. Где Рек? Рек единственный на этом ужасном острове, кто понимает меня. Рек! Рек! Вови без тебя скучает. Тебя зовут Рек. Поторопись. Собачка скучает. Я... Прошу вернуть немножко, скатертью дорожка. О, Рек, мой маленький мужчина. Как я тоскую по человеческому обществу, а ты ближе всех к людям в этой дыре. Пожалуйста, выведи меня на прогулку. Конечно, мисс! С превеликим удовольствием! Никогда в жизни не встречал такой очаровательной собачки! Прошу прощения, но и я никогда ни в одном живом существе не видел столько грации и очарования. Кто это? Это я, ваш тайный обожатель. И у хозяйки были тайные обожатели, обычно они писали ей стихи. Сам кротышка. А нос ужасающий, я некрасив, что уж там говорить, но повстречав красоту настоящую, выхухоль может ее оценить. Шарман. Что? Опять эта гнусная крыса? Я ваш самый большой поклонник. Рек.
Будь умницей, достань икры для своей очаровательной крошки. Достать икры? А что это? Рыбьи яйца. Нужно поймать рыбу. Но я не умею. Я никогда не дебасил. Рек, будь мужчиной. Продолжай, мой маленький поклонник. Опиши мне мою красоту. Ёлки-палки. Итак... Доко! Доко! Эй, что ты делаешь? Оттачиваю хирургическую технику, пришивая ногу вот этому комару. Видишь, а? Где он? Маленький, да? Теперь видишь? О, да. Кажется, я... Да-да, я вижу. Что? Ты погубил комара после того, как присыл ему ногу? О, ты чудовище! Не было никакого комара. Я просто пошутил. Адока, ты знаешь что-нибудь о рыбе? Честно говоря, нет. Знаю только, как она выглядит. Она потребовала рыбьи яйца. Нужно достать рыбу. Кому достать? Ей. А, ты имеешь в виду эту заносчивую собачонку? Да. Итак, кто научит нас давить рыбу? Нас научит Урсула. Нужно внимательно смотреть в воду и держать лапы наготове. Вот так. Ну как? Мне не очень нравится. Ну, конечно. Они же не медведи. А теперь дождитесь момента, когда мимо проплывет рыба, и бросайтесь на нее. Только, пожалуйста, старайтесь поменьше плескать. Может, нужно им помочь? Не суетись, это их проблема. Чудо! Прекрасней лап не знают звери, а когти, с чем мне их сравнить? Знаток сумеет в полной мере их совершенство оценить. Извините, что прерываем ваше описание. Но мы, я и моя сестра, мы, знаете ли, интересуемся. Понимаете, мы недавно ощенились. Как это примитивно. Эти маленькие гиены и есть наши детишки. Когда мы впервые встретились, они были очень грубы. У них ужасные манеры. Вы правы, мадемуазель Вайви, в этом-то все и дело. Мы с сестрой подумали, что вы сможете научить наших детей быть похожими на вас. Стать такими же шикарными и разбираться в том, о чем мы и не слышали. Первый урок, маленький няуча. Если кто-нибудь очаровательный и шикарный, с вами мил и любезен... Скорее всего, это просто трюк. Полезный урок. Жаль вам недолго оставаться такой симпатичной. О чем это вы? Объяснитесь. Моя сестра имеет в виду, что ваша чудесная стрижка уже отросла, и вскоре вы станете большим лохматым шаром, совершенно бесформенным. Саша, Саша, мой маленький поклонник, скажи, что это ложь. Ну, может, это и не совсем...
Не представляю, как это можно ухитриться и укусить свой собственный хобот. Я сосал его и всхлипнул. Я бы не всхлипывал, если бы кто-нибудь любил меня. Я буду любить тебя, если ты перестанешь сосать хобот. Я пришла навести красоту. Мы здесь не наводим красоту, дорогая. Мы все такие, какими нас создала природа. Что за глупости? Немедленно наведите мне красоту. Ох, ну и денек. Опять был в компании Рега? Рег не хуже других. Были пациенты в мое отсутствие? Только одна пациентка хочет навести красоту. Она тебя ждет. Здравствуйте. Ваши рыбьи яйца, Рэг, я... Стрижку и укладку, пожалуйста. Стрижка и укладка? Я жду. Ладно, почему бы и нет? Я Рокко, я могу делать все, почти. Нужно подстричь пуделя. Запросто. Спасти кого-то после кораблекрушения. Проще простого. Посмотри на меня. Я больше ни минуты не останусь на этом гнусном, отвратительном, мерзопакостном острове. Орек, ты ведь отвезешь меня в Париж, да? Да, конечно же отвезешь. Ты ведь почти человек. Ну, конечно. Ты можешь управлять лодкой? Да, думаю, да. Думаю. Орек, ты станешь любимцем Парижа. А мне будут говорить «Бонзу, Дедек», когда я буду бежать по улице, чтобы купить грейпфрут? А хозяйка будет обожать тебя, возможно. Она даже выйдет за тебя замуж. Орек, поплыли. Сейчас же, пока этот полярный медведь не помешал нам. Привет, Рэг. Смотрите, детки, это наш Рэг. Рэг любит сваться в стеночки, но должен уплыть, чтобы стать великим человеком. Рэг! Прощайте, мои стеночки. Эй, ты, сосущий свой хобот, подтолкни нас. А вы больше не будете меня ненавидеть. Рэг, дорогой. Этот мотор надо запустить. Иди и запусти его. Ну, давай, бабуин, что-нибудь сделай с мотором. Елки-палки, мне так плохо, как будто я во сне ел червей. Ой, что это? Где я? Капитанский, помоги, капитанский! Меня похитили, капитанский! Что там? Что ты здесь делаешь? Рэг, они тебя похитили. Кто? Пираты.
Нет, какие пидоты! Здесь только я и Вови, мы плывем в Париж. Я стану настоящим человеком, буду жить в доме и женюсь на хозяйке Вови. Но наш дом, новый остров, это же наш мир. Зачем нам нужно что-то еще? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, елки-палки. Ты мой друг, я буду твоим защитником. Ты скучаешь по Ною, а я по своим собачкам. Но подумай, какое для нас наступит время. Я дастся ты с нами. Все будет отлично. Зэк обещает. Рэк! Рэк! Хватит трепаться с этой крысой. Скорее заводи мотор. Прошу прощения, но я должен вам сказать нечто не очень приятное. Мы тонем. То есть, конечно, тонет лодка, но мы плывем на ней, следовательно, мы тоже тонем. Капитанский! Спаси нас! Капитанский! Ной! Ной! Я искал Рега! Гиены рыдают, как сумасшедшие. Говорят, что он уплыл. Уплыл? Куда? Потерпевшей крушение лодки нет на берегу, и кудрявой собаки тоже не видно. Сбежала? Она сбежала? А где Саша? Он пропустил нашу дневную беседу. Странно. Но они же не могут уплыть на этой лодке. Не могут. Тем не менее, уплыли. Там в борту огромная дыра, далеко не уплывешь. Поговори с наблюдателем. Скорей подними в небо патруль грифов. До сумерек только час. Ваша задача — отыскать великого кита. Он знает все, что происходит в океане. Он может спасти их. Это единственный шанс. Ты понял? Ищи самый большой фонтан, который когда-либо видел. Он бьет до неба и сияет радугами. Где великий фонтан, там великий кит. Желаю удачи! Не волнуйся, Зэк здесь. Зэк спасет свою красивую собачку. Я, конечно, прошу прощения за то, что говорю об этом, и если вас это беспокоит, пожалуйста, не обращайте внимания на мои слова, но рыбы, которые окружили нашу лодку, которая, прошу прощения, вот-вот потонет, эти рыбы, по-моему, акулы-людоеды. Так чего бояться? Мы же не люди! Я почти человек, но все-таки не совсем, разве кто-нибудь станет есть почти банан? Нет. И вообще, все дело в холодной погоде. Акулы решили поиграть с нами. Мои собачьи галеты. Что это такое? Акульи игды, вот и все. Зэк, между прочим, тоже знает много всяких игд. Смотри, как здорово Вови ловит рыбу. Малыш Саса, Зэк смиренно извиняется за то, что не сдержал слова и не защитил тебя. Вумера, есть новости? Простите, шеф. Новости есть, но не веселые. Все грифы, кроме одного, вернулись. Никаких признаков лодки, никаких признаков великого кита. Вокруг все пусто. Грифы вновь поднимутся в воздух после того, как отдохнут. Похоже, надежды не так уж много. Бедный Саша, глупый Рэг и эта красивая собачка.
Какой ужас. Простите, шеф. Ёлки-палки, как мне повезло, что я такой противный на вкус. Да чего неприятно становиться акульим ужином. Но вдруг среди акул встречаются менее привередливые, и одна из них не пожелает меня выплюнуть, а? Ой-ой-ой, ёлки-палки. Достал своими ёлками-палками. А мне нравится так говорить, и я надеюсь произнести ёлки-палки еще 3-4 раза, пока меня не съели. Да, Саса, верно. Скоро нами закусят. О, если бы я снова могла увидеть Ноя, я бы облизала ему морду. Его слова о животных, которые помогают друг другу, которые сначала думают о других, а потом о себе. До меня дошел смысл этих слов, но слишком поздно. Эй, Саса, лови, смотрите! Это ты он! Это Хит! Я нашел его! Югера! Я договорил! Все будет в порядке! Я всегда говорил, что Хим великолепная птица. Ты отлично разбираешься в своих подчиненных, вожак. Вот это фонтан. Ни разу в жизни такого не видела. Ёлки-палки! У кита есть чувство юмора, но осень стадальная.